Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами продолжаем играть в Daisy Stone Alone. Здравствуйте, дорогие друзья. Я немножко тут подтянул графику, и оказывается, у меня карточка нормально тянет. Так скажем, уровень есть, что хорошо. Я думаю, у меня эта карточка на самом деле слабенькая, это GeForce 440. Просто GT, по-моему. Ну, очень старая, короче. Ну, не то чтобы она старая, она просто слабая. То есть она в свое время что-то стоила тысячи, наверное, 2 рублей. Ну, очень дешевая бюджетная карточка для, там, как заглушка, потому что у меня в материнке нету VGA-шного выхода. Ну, как оказывается, она DayZ тянет даже более-менее в симпатичном виде, так скажем. Очень даже ничего. Конечно, на прошлой серии мы остановились, то что встретили чувака, которого мы довели до Березина, но в конечном итоге мы сами, как получается, не дошли, потому что у меня все откинулось что-то назад. Ну ладно, что у нас, какой план? Зайти в Березина. Кстати, давайте-ка я сделаю вот так вот интернет-браузер. Так. Клотчес. Нафиг. Эквипмент. Нафиг. Weapons тоже нафиг, вообще все выключить. Азар тоже выключить. Что у меня осталось? Эквипмент выключить. Вот. Только мне нужны индикаторы городов. Ну, медицинская, допустим. Все. Так, мы сейчас подходим к Березину, мы валяемся вот здесь вот. И дальше мы пойдем на аэропорт, который вот здесь вот находится. Тут народу дофига, тут народу очень дофига. Поэтому вполне возможно, что меня убьют. Даже прям вот графика, как будто, я не знаю, оптимизировали очень сильную игру, потому что не должна моя карточка так хорошо работать. Я, конечно, понимаю, что это там не очень большие настройки, то есть там низкие, там относительно, но вполне, я скажу, играбельно. Очень даже. Просто предыдущие настройки были рекомендуемые для видеокарты, а сейчас я немножко их подкрутил, да. Проверим строечку. Собственно, продолжим оттуда, откуда завершили. Прям задыхается. Девочка. Пила, бутылка. Почему тут никого не было? Все, все. Не ори. Такое? Да не ори ты. Что это такое? А, окей. Так, наверное, нам надо еду поднакопить, потому что у меня осталось всего ничего. То есть у меня осталось пару бутылок кваса, которые не кончаются, и там пару тушенок, которые я съем очень быстро.
ты как? Забавно, в общем. Ну, в магазинчик можно зайти. Пойдемте зайдем. Сейчас как раз вечерок, 5 часов вечера, народу должно быть много в городах. Это зомби, это еще одно зомби. Не хочу я с ними что-то разбираться сейчас. Ребята, вы на меня не смотрите, и хорошо, не смотрите дальше. Конечно, по-хорошему бы мне компаньона бы найти с микрофоном по скайпу. Тень вообще шикарная, вы посмотрите. Минимальная тень. Офигенно. Ну, конечно, вот видно вот по окнам то, что они не продолжаются до конца. Вот бы в маркете Москва. Звезда, извините. Патроны. Ну что? Ну, не важно. Стреляют! Здравствуйте, молодой человек. Ой, это свои стреляют. Люди! Здравствуйте, не стреляй! Я френдли, друг. У меня ничего нету. Чувачело. Не кипишуй, свои, друг. Друг. Друг с СКС. Ну, зараза, а. За что? Вот меня и убили. Хотя как он меня убил, собственно, непонятно. Окей. Почему я вышел? Ну, ладно, заходим на максимально полный сервер. Возможно, это был RU 1.4. 1.40, извините. Надо было всех стрелять, короче. Нельзя быть дружелюбным. Пошли они все в пень. Ну вот, наконец-то мы начинаем. По классическому. DayZ. Сценарию. Скоро будет темно. Это значит, что будет еще что? Правильно, веселей. Ну, мы так понимаю, от камышов недалеко, нет. Я пойду туда. Хотя, я же ищу приключения. Давайте тогда лутаем все, чё уж. Сим-сим откроюсь. Спасибо. Я вообще нисколько не переживаю то, что я все потерял. Потому что я искал друзей, нашел врагов. Как обычно. Вообще ничего нет, по-моему. Вот там он должна быть шмотка какая-нибудь. Я помню. Так, как фонарик включить? Как его включить? Turn on. Turn on. Кепка. Ладно, turn off. Turn off. Пульверизатор нам не нужен. Еще одна кепка. Да понимаю, я тут хрен что найду. На.
Ну что ж, вот и начинается наш маршрут. Я вижу какую-то фигуру. Я предполагаю, что это зомби. Ну, здесь меня не убьют, у меня ничего нету. Похоже на зомби. Да, это зомби. Где? Здорово. Обнимашки. Да? А вот и хрен тебе, я не хочу с тобой дружить. Опасные зомби. Отстань от меня. Вот доверяй после этого людям, а? Стрелять всех надо, ну нафиг, наповал. Все, кто с оружием, будут расстреливать. Вот у меня теперь такой сценарий. Короче, если я еще раз умру... Да, я еще голодный. Если я еще раз умру, буду искать братюней своих, которые уже давно не играют в DayZ. И будем веселиться. А лут мне не жалко, потому что это буквально потратить 10 минут своего времени, попрыгать по серверам на аэродроме. Все. Весь лут готов. Да даже лучше, наверное. Ну только там жалко, что хавчик был хороший. Вообще нельзя останавливаться. А, у меня же есть чудо-изобретение. Под названием джойстик с зажатым... А! Сейчас все будет. Во. Да беги. Что ты стоишь? Да не туда беги. Ой-ой-ой. Надо рулить, надо бежать. Меня еще преследуют. Сейчас я настрою. Это так было клево все настроено. Зажимаем стик на джойстике. Затягиваем проводок вокруг джойстика. Блин, что-то не работает. А. Надо, потому что... Ой, что-то я тут перекрутил. Как-то вот так вот. И все. И теперь у меня свободная левая рука. Я даже не нажимаю на кнопку W. Просто бегу вперед. Ой, чё это я? Та-та-та-ра-да-ра-да-та-та-ра-да-ра-да. Есть чем заправки, интересно. Заправки. Пошёл на заправки. Открывающиеся банки непонятные. Ничего нет на заправке. Как всегда, в принципе. Сервер-то полный. Это тот вообще сервер. Нет, это не тот сервер. То есть труп я свой не найду. Да и я переживу. И найду чужой труп. Да я знаю, что ты голоден. Голодна. Голодна. Промзона. И не. Я зайду только в больничку. Хотя, в принципе, возможно, что в этом доме тоже что-то есть. Все, в нем закрыта дверь. Так, отпускаем геймпад. Это, блин, как тяжело-то я это сделал. На века. А тут все открыто. Не люди. Здесь закрыто. Да успокойся ты, господи. Блять, темнеет и темнеет. Мне это не нравится. Вообще ничего нету. Вообще ничего нету.
Тут типа машины должны стоять. Ботиночки всякие там. Может, полезные найду. Кепка. Черная кепка получше. Отлично. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Отлично. Зомби. Бумага. Да ну нафиг. Возвращаем на исходную нашу систему ниппель. Сначала повернуть. Взять руки геймпад. Надо как-то придумать, что это легко разблокировалось или легко заблокировалось. Почему нельзя вытащить батарейку из этой фигни? А, я пока могу посмотреть. Что ты встал? Нет, не могу. Я посмотрел, кто у меня в стиме сейчас есть. Хотя, в принципе, что я теряю? Так, есть у друзей. Русскоязычное сообщество. Есть кто в DayZ? Dota 2, DayZ. Ну, чувак, которого я не знаю. Жаль. А темнеет, я тебе скажу, очень быстро. Зомби. Он меня спалил? По-моему, нет. Теперь да. А он спиной стоит пока. Они спали. Здорово, парень. Как ваше ничего? Он такой, о, мясо. А, мясо, 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 мясо. У меня тут это... Нон-стоп хоткей, поэтому извините. Я вообще хочу начать свое путешествие от аэропорта, то есть там от самого-самого края, спуститься на Электрозаводск по этой дороге, потом дойти до самого края земли, там, то есть туда вот, туда вот, туда там уже угловая карта. Потом из того угла дойти до самого большого аэропорта, как-то так. Чё, есть что? Мне нравится, на самом деле, Березин, тут поменьше людей. Но и они убивают. Ничего не видно, отсвечивает. Да что ж ты как дышишь? О, мотыга. О, еда. Еда? Они в хорошем состоянии? Отлично. Мотыга. Отлично. Ну даже дом не облутанный. Ну, естественно, ничего нет. Это что такое? Это книга? Нет, книга нас не интересует пока что. Вообще ничего нет. Ой, рюкзачок, как нам повезло. Пепси, это сюда, это сюда. Это сюда. Все, гуляем. У меня есть рюкзак. Детский старый советский рюкзак. Самое главное, что он есть. Блин, надо, короче, что-то делать. Ух ты. Чё ж ты как дышишь-то?
Ну, думаю, все-таки до города дойти. Зомби нас не интересуют. И что? К сожалению, ни макро, ни зомби одних вообще ничего нет. Ну и как бы. Ну, надо бежать. Я уже хочу пить, хочу есть, а открывать эту идеальную, я бы сказал, еду нечем. Ой, переезд, сейчас будет две полоски. Одна полоска, ну почему две полоски? Откуда мы уходим? Из нижнего. Из нижнего. Вон и злополучный кран. Сначала мы сюда заглянем. Посмотрим, что тут. Есть другая мотыга. Ну, какая нафиг разница, какая одна мотыга, что другая мотыга. Че, бежим на стройку? Там может быть что-нибудь. Так, ладно, еще. Блин. А, чертова тарелка. Сейчас мы сделаем вот так вот. Что-то затягиваем, докладем, и пока мы бежим, я пойду закрою окно. Я, походу, прибежал вовремя, потому что появился забор. Забор мы оббегаем. Я надеюсь, там нет никаких снайперов. Рюкзак на 12 слотов, это уже хорошо. Какую-нибудь курточку и какой-нибудь топорик, я бы сказал. На, так, зомби, твою мать, что такое дерево? Там интересно, что зомби то пофигу, они в высоту то поднимаются нормально, без тормозов. Ну давай же. Ну что, последний раз сюда заходим. Серп? Нет, спасибо. Так, а, надо эту штуку выключить. Нет. Автоподъем. Я нашел гнилой перец. Я предупреждаю, что он гнилой. Да, так он есть. Еще ж ты как дышишь-то? Бежать, 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 бежать. Почему тут молотки всякие не валяются там? Что-нибудь из этого духа. О, тут может быть что-нибудь полезное. Может быть.
Тоже. На повестке. Ботиночки какие-то модные. Я заберу. Здесь, естественно, ничего нету. Ну, как может быть иначе? Ну что ж, идем к магазинчику опять. Любимое место, я так понимаю, всех вообще. Так, кто это был? Не надо на меня агриться. Я добрый, тихий, мирный, без оружия парень. Отстаньте от меня. Да ладно, тут никого нет. Что за бред? Да понятно, все, отстань. Что, виллы? Нет, спасибо. Виллы нас не интересуют. Ворота закрыты. Надо искать приключения. Как бы нехорошо. Что-то бывает вообще? Никогда не заходил в такие дома. И, конечно, я заходил, но и там ничего не находил. Ну, к черту. Подниматься каждый этаж, проверять слишком много. Времени и сил. То ли дело маленькие домики. Зашел, увидел, что ничего нет. Ушел, больше никогда не вернулся. Гостиница. Многообещающая гостиница. Ничего нету. Ну куда ты меня двигаешь? Вообще ничего нет. Что же за люди-то такие? А, я типа голодный, ну давайте попьем. Это мы никак не поедим пока, потому что нечем открывать. Мотыгу можно открыть? Мотыгу нельзя открыть. Я слышал выстрелы. Я иду к ним. Все еще, у вас все еще есть оружие, тогда мы идем к вам. Где-то вот, по-моему, сзади меня стреляли. Хрен его там. Ну, если не найду людей, я переживу. Вот это плохо. Какое хорошее здание. Вот тут зомби стоит. Да-да-да-да-да. Это тут стреляют. Неужели настройки? Откуда-то опять слева стреляли. Понятно.
Можно еще один выстрел? Будьте любезны. Или все? Лимит исчерпан. Ну и ладно. Еще один зомби. Да сколько их тут? Мне ведь нечем убивать. У меня только мотыга. Где должен быть полицейский участок? Наверное. Я предполагаю. Столько хороших мест. Блин, я все это забрал. Но... Увы, меня преследуют. Еще преследуют? Не надо. Я хочу быть мирным. За что? За что? Такие вредные люди, блин. Вот я теперь, когда буду встречать остальных, буду тоже нахрен всех перестреливать. Не дойду, я чувствую, до аэропорта. Чувак, ты живой? Ты живой, чувак? Нет, уже не живой. Спасибо, что убил. Не-не. Во! Я где-то появился. Опять. Все по старому доброму сценарию. О, больничка. Я, кажется, знаю, где я. О, шматье. Ништяк. Вот такой... Бомжар дикий. Еще что-то. Спирт. Типа люди ходили лутали, но что-то много всего осталось. Видать, не такие бомжи, как я. Это что у нас? Бур для внутреннего переливания? Окей. Что у нас? Badly damage, это уже неинтересно. О, шляпа. Да я гуляю. Конечно, все хуже, чем рюкзак. Но... Хоть что-то. Да, я, кажется, знаю, где я. Тут неподалеку. Здесь березина. Возможно. Или нет. Но, судя по всему, здесь вообще никого не было. Что не может не радовать. Чукеда модная. Вот это хороший фасоль. Шорты, мне пока слоты нужны. Такс. О, кобура. Вообще ништяк. Шляпка, надо шляпку менять. О, лопата. Лопаты хорошо. Тут тоже должно быть какое-нибудь шматье, возможно, не только шматье.
что-то как никогда никого нет. Я вообще где? Здесь памятник, церковь. Эти места мне не знакомы. Очень незнакомо. О! Вот это место хорошее. Ну, тут уже люди были. Вот это видно. Да-да-да. Ну, может, они что-то доставили? Может, они добрые? Хрен там. Ничего нету. Да? Тоже наверху открыто. Ну все понятно. В общем, все блутал. Чего-чего. Возможно, он был не один. Я бы все не вынес. Вообще ничего нету. Даже погоны пистолета без патронов и то нету. Глупые люди. А я так надеялся, что я сейчас приду. Бита есть. Ботинки. Я вообще где? Не может объяснить. Ну ладно, пока я не определился. Нужно пробежаться. Это что? Бесполезный хренатин. Так. Не курить, не сорить. Ну да. Гараж. Интересно. Тут у нас есть... Нет, ничего хорошего нет. Машина есть, в принципе. Или ботинки лежат, тоже неинтересно. А, я походу в самом-самом крайнем городе. Я так предполагаю. Березин тут очень далеко. Ну, конечно, не очень, но далеко. Это вот губа вроде называется. Сейчас мы дойдем до нее. Это вот. Этот порт называется Губа. То есть это самый-самый верх карты. Даже покажу. Закрыть. Вернуть браузер. Закрыть. Вот, да, мы в Светлоярске. В самом, что ни на есть, далеком месте. Ото всех вообще. Тут есть хорошее оружие. Привет, топор. Ой-ой-ой. Опа. А чё, чувак мертвый? Ну, в принципе, у него да и нет ничего. Вообще ничего. Рюкзачок есть. Рюкзачок я забираю. Что? Блэк зимовка. О, так я так моднее, я так похож на Картмана. Чё, теперь его можно раздеть полностью. Руины тут. Такие ноги накачаны в этой хрени.
Бежим, 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 бежим. Вперед отрывайся от этих зомби. Кроме топора ничего нет. Ну, то, что я нашел мертвого чувака, это тоже хорошо, хороший признак. Значит, тут есть люди. То, что он мертвый, это плохой знак. Тут есть злые люди. Хорошее здание. Там должна быть мосинка или СКС. Или какое-нибудь еще хорошее оружие. Ну, у меня уже такой есть хороший закуп. Более-менее, зайдем туда. Ты что ж так пишешь-то? Все хорошо. Обычно где-то вот здесь появляется оружие. Если его нет, значит нет. Прям ты получше будешь выглядеть, чем красный хренатень, который видно издалека. Ничего нету. Ну там тоже ничего нету. Окей. Идем дальше. Всякие бананы сразу у нас отмирают. По-моему, где-то дверь открывается. Нет? Я не прав. Ничего не очень странно. А, тут уже бегал какой-то чувак. Видно, по открытой двери. Окейушки. Зря я сюда заходил, значит. Кроме ротом банана ничего нет. Двух ротом банана. Открыто ничего нету, значит. Ну-ка, открой-ка. Ботинки нет. А в полицейской машинке что? Тоже ботинки. Откуда же вы беретесь? Working boots? Куда они материализовались? Нет, я не хочу отсюда уходить. Тут тихо, мирно и никого нет. Мне надо еще найти нормальный рюкзак. Открывашку. Тут чувак бегал, короче, лутовал. Лютый парень. Есть? А вот что есть? А если найду? Ты что ж ты дышишь-то как? Все нормально. Что? Не хочу. Шляпу не хочу. Ну, тут больше ничего нет. А, нет, вот тут можно закрыть дверь. Да, и тут тоже ничего нет. Ну, по идее. Да? Да. Ну ладно, хоть зомби нет, на этом спасибо. Полный затаримся, если будет вообще чем. Потому что у меня такое ощущение, что тут
Чувак, как-то редко, но метко походил только по тем домам, где вообще хоть что-то есть. В принципе, конечно, физически это невозможно. Либо он только за дверь за собой не закрывал. Так, компас мне не нужен. Я так хорошо ориентируюсь. Так. Рис. Я гуляю. Ворон даже рис. Кепка. Это что? Патроны? Я думаю, я прикарманю все-таки пока патрончики. А вдруг подвернется что-нибудь полезное? Огнестрельное. А у меня его нет. Я уже думал, что это что-то огнестрельное уже. Это что? Какой-то кафтан. Blue Cost. И ботиночки. Вот так вот. Damaged. О, маска. Маска и хорошо. Буа. Открытые двери, открытые двери. Вообще зомби должно быть просто навалом, но чё-то нет. Видимо, люди компенсируют агрессивные зомби. О, тут чё-то, чувак что-то выкинул. Тут есть чувак. Это не я. Который выкинул зеленые джинсы с фонариком. Зачем-то выкинул. Ну, в принципе, тоже выкидываю очень часто. Ну, тут что-то темнеет. Уже меркнет свет. Ничего нету. Виллы какие-то. Ничего полезного. И опять ничего полезного. Забор. Вот черт. Вот черт забор. Что же делать? Тут, в принципе, если я пойду... А, тут недалеко до аэропорта. Если я пойду вот этой дорогой, пройду через Ольшу, выйду на, как раз таки, аэродром. Там и народ встречу, опять умру. Ну, вообще, все по старому сценарию. Голоден. Пить хочу. Есть. Добьем уже сразу нафиг. Почему не купить? Что за бред? Пить. Еще хочешь пить? Ну иди в пень. Как-то так. Человек. Привет, человек. Здравствуй, здравствуй, за тебя зомби, беги, дурак. Вот я, Мит. Беги! А чё это опорту выкинул? Во.
Я могу перевязать тебе. Чё-то я не то сделал. Так а ты выложи, порви майку. Че, пойдем в аэропорт? Тварь. Ну сколько тебе еще хитов-то дать, чтоб ты упал? Да ну к чертовой матери, блин. Куда он бежал? Какой у меня спринт? Это он под адреналином, что ли? Нифига себе. А есть что? Каска меня не интересует. А вот еда интересует. Причем хорошая еда. Ты же открывать ее нечем, так что еда в другом. Какой-то чувак здесь. У тебя зомби агрится. Опять. Они гребаные бессмертные, едите их. Нафиг вообще валить отсюда. Тут еще один. Со мной поговорить, что ли? Давай поговорим. Ладно. На тебе еще раз спину, еще раз я. Что-то они вроде тупые, но очень сильные. Как он меня ударил-то? Что за хрень? Капец, сколько ему ударов топором-то надо. Ура!
чувак-то наш не погиб еще? Да, бежал. Ты идешь? Не грилла. Ну, вообще дисконнект, я так понимаю. Ну вот, только нашел друзей, а он негр. Что-то валяется. Газовая херня? Нет. Не нужна мне. Какой она шустрый, блин, парень. Валить, короче, отсюда надо. От негров одни проблемы. Ходим по городу, не было ни одного зомби. Только нашел негра, нашел себе проблемы. Даже зомби один раз ударил, что очень плохо. Так, тут есть дорога, говорят, проселочная. Надо тут обрубленная дорога. Вот это вот. Кто на меня там опять кричит? Заправочка. Ботиночки, нет, не интересно. Ротем? Да, ротем. Что есть тут? В этом пародии на автомобиле? Ну открой. А-а-а. Нет. Нафиг. Даже бороться не хочу. Хотя, может быть, тут что-то и есть. Тва-т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 а-
от середины этого поселка, когда он кончается. Посмотрим. Ну ладно, тогда увидимся в следующей серии, когда я добегу до Алёши, или как там Алёши. Надо все-таки починить софтину, а то он не хочет меня выкидывать, к сожалению.